сил в некоторых видах спорта, а также узнаем, какие награды за это получим. Вперед! Для начала нужно получить так называемую книжечку, где будут все отметки о том, на каких именно пунктах мы с вами побывали. У нас тоже 18 отличных спортивных секций, в каждой из которых стоит наш волонтер. И первый у нас кёрлинг. Здесь можно попробовать себя в качестве кёрлингиста. Ну что, попробуем себя в роли Ольги Зайцевой. Да. И у меня 5 штрафных кругов. В горных лыжах все попроще. Можно взять очки и представить себе, что ты как раз спортсмен, который представляет этот вид спорта. В прыжках на лыжах представлено, во-первых, оборудование. Ну вот, к примеру, здесь шапка Владимира Белоусова. Редкий случай, когда сборной СССР можно стать членом сборной команды России. Ну не знаю, получится ли у меня отзыв трекиста. Наверное, это очень сложно, но я попыталась. Волшебное, легендарное фигурное катание. Здесь мы с вами можем посмотреть, в чем вообще катались первые фигуристы. Вот обратите внимание, какие были чудные, милые платьица. Это, между прочим, первый костюм советской фигуристки Елены Щегловой. Я не знаю, как они так быстро скакивают на эти санки. Как изготавливаются медали? Полунепрерывное литье, выкатывается пластина серебра толщиной где-то 12-13 миллиметров. Она нарубается на квадратики, из которых потом вырезается тело медали. Здесь мы можем с вами посмотреть на разнообразные олимпийские факелы. Вот перо жар птицы, а вот факел из Ванкувера. Американцы, Salt Lake City 2002 года. Успешный в плане фигурного катания Турин. Награда 98-го. Калгари 88-го. Ну вот, все вместе мы с вами заполнили карточку болельщик. Мы с вами получили вот такую наклейку, значок, и мы получили флаг. Мы с вами побывали в доме российских болельщиков. И сегодняшний вечер я предлагаю закончить здесь, на площади празднований. Посмотрим, послушаем концерт и узнаем, кого награждают золотом сегодня. Gold medalist and Olympic champion representing France. Золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Франции.